что видно, что пузырь значительно сдулся, конечно, очень сильно за эти выходные. Практически тут было вес не видно с этой точки. Был надутый дирижабль огромный. Сейчас практически не знаю. Идет там на полигоне. Ну, в общем, что могу сказать, что запах практически я не ощущаю. Сжигает 450 кубов в час. Так, это у нас южный склон. Вот бобрятник там на фоне. Он работает, делает объездную дорогу бульдозер. Фактически склон лежит, колышется, конечно, от ветра немножко, но это не то, что было, конечно, раньше, практически такого уже нету. Вот он лежит прямо на земле фактически. А вот это так, тот самый факел, вот сейчас уточнил я, сколько сжигает, не 450, а 540. Сейчас примерно сжигается. Я не знаю, сейчас тут есть даже где-нибудь. Практически нет здесь. Практически запаха не стало. Да, дача? А это курица, короче, выросла здесь. Привет. Кто здесь снимает? Так. Да, потихонечку даже естественным путем он начинает зарастать какой-то травой. Не знаю, что это за название. Легкий запашок немножко. То, что, конечно, было раньше, это